В Симферополь прибыла делегация из Санкт-Петербурга. Для интенсивного развития города специалисты северной столицы обменялись опытом с представителями местной власти. Чему прежде всего уделили внимание, узнавали наши журналисты. Мэр Симферополя Виктор Агеев и представитель комитета по внешним связям в Санкт-Петербурге Евгений Григорьев сошлись во мнении, что прежде всего нужно развивать социально значимые объекты. Надеемся на вашу помощь, которая сегодня нам крайне будет необходима, потому что действительно много вопросов. Город Симферополь – это центр нашей федерации Крыма. И, естественно, необходимо, чтобы он выглядел достойно, чтобы было не стыдно нашим детям, нашему подрастающему поколению учиться, и не стыдно было за тех людей, за руководство нашего города. Гость из Санкт-Петербурга заверил, деньги будут выделены после тщательных расчетов, и отметил, рад, что появилась возможность помогать полуострову. То, что необходимо, мы обязательно выполним. Это такое внутреннее состояние попытаться оказать помощь. Так что это помимо распоряжения нашего президента, это еще и свое внутреннее душевное желание. В ближайших планах сформировать отраслевые планы взаимодействия, привести в порядок школы, садики, библиотеки, медицинские учреждения и уделить особое внимание социальным программам. Дмитрий Попов, Игорь Романенко. Время новостей.